Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь студия KSSL TV и ваши комментаторы, великолепный Тони и я, Дональд. Всем привет! Привет! Ну что ж, нас ожидает полуфинал аматорской серии между двумя очень классными командами СНГ, командой LAN Dodgers и командой USSR. Ребята пока разминаются, да? Да, ребята разминаются, вот-вот начнется матч, дело в том, что мы ждем его-то, когда он у нас подключится, и все у нас будет... Замечательно. В общем, вы могли делать ставки на этот матч на CSGO Lounge, не забывайте за него заходить. Его отработает, что ж, мы ждем, когда команда напишет трейд, и у нас начнется наш живой раунд, и первая карта у нас Dead Ass 2. Команда SR готова, и ждем готовность украинской команды. Ну смотри, на лаунже 78% на 22%, в общем-то верят в команду USSR больше, чем, наверное... Пожалуй, я могу объяснить этот коэффициент только одним. Команда SR более знакома людям с CSGO Lounge, так как SR там намного чаще светились, и команда из России чаще более популярна. Проценты больше накатили. Да, но я все-таки пока скрою свои предпочтения из этих двух команд. В общем, верю в красивый, огромный, классный Counter-Strike. И у нас на живой раунд, дорогие друзья. Напомню, что эти ножи определяют сторону, за которую будет начинать команда. Ну и команда LAN Dodgers потихонечку отступает с DL. Команда SR все больше и больше давит. Оп, есть первый минус. SR порезали двоих в обмен LAN Dodgers. Тут ребята еще все одного. Давят. Одного дорезали. Тут со спины еще такой прям ниндзя-убийца с ножом. Ну и Помус. Один игрок ну, убегает в парыч. Он такой понимает, что его спалили, на него втроем начинает навигать, но это, ребята, все. В принципе, Space может долго бегать, у нас 60 минут на живой раунд длится. Только на это рассчитываешь? Если что-то даже стреляет. Это, скорее всего, Егорка свой ножик протер и зарезал Space. Придется его еще раз оттирать от крови. Что, ждем? Ждем. Напомню составы команд за команду SM. Играет Plus. Инсам, Латра, Дестра и Егорка. За команду LAN Dodgers играют Famous, ха-ха-ха, ну это его не настоящий ник, Дэйв, Спейс и Арчи. Боевой рестарт. Боевой рестарт. Первое противостояние, ну LAN Dodgers на карте даст 2, пистолетный раунд. Удачи друг другу желают команды, мы пожелаем удачи вам, дорогие зрители, в ваших ставках, и командам пожелаем удачи. В этой игре, допустим, победит сильнейший. Тоже по дефолту LAN Dodgers расположились. Один мидл, 2Б, 2А. А вот команда из Украины идет в парыч. Будут выходить оттуда в пятером. Эдакий раш. Отлетает молотов на гуся. Что ж, есть дамажные, хорошая хая залетает, бомкерри погибает. Латро смотрит со спины, туда уже двое игроков мчатся, ставится пакет. Ну, очень красный Дэйв, Дэйв погибает. Изма на парапете видел противника, в дыму пытался как-то начекать, никого не получилось. Плент поставили, трое Space. Против четырех, меньшинство для террористов, но, конечно, оборона. Два спары еще смотрят. Опа, а Феймус Изма не туда пошел. Есть еще один минус у сети, и Инсам последний, бомба диффузится. Есть хедшот. Команда СССР все-таки дожала этот раунд и повела в счете 1-0. Будет форсированный бай у команды LAN Dodgers. Да, скорее всего так и произойдет. Есть скаут, 5 вторых арморов, 3 5-7 и чешка. Ну вот игрок, у него тут в нике даже какой-то смайлик из пулемет на очередь, это не тот он? Как? Я его так называл. Какой? Вроде вчера мы комментировали, был человек вот именно с таким. Ну ха-ха-ха, вот видишь, приставка. Ага. И вот. Ты думаешь, это он хороший прием от LAN Dodgers. Есть два минуса, но тут же идет размен. Оп, со скаута попал по Дестра. Еще один в прыжке. Бомб керри погибает. Еще одного. Очень дерзко если действует игрок команды LAN Dodgers. И есть минус, ситуация 2 в 2, но миры команды СССР все дамажные и... Проблема это может стать для них. Оп, Спейза находит. Прострелит его с АК. Спейс хорош. И отходит на сети. И вот команде СР сейчас проблематично. Потому что каждое попадание для них смертельно.
Это очень жестко. Они оба красные, им нужно как-то более-менее сразу же убивать противников. Потому что, ну, если одно попадание, то ГГ в этом раунде. Наверное, не хотелось бы команде СР так второй раунд проводить. А вот команда Land Dodgers выбирает интересные позиции. Один отходит на Б, и один будет смотреть Спарыча. СР дохалдились до того момента, что украинцы перешли на точку Б. И вот сейчас обманули. Выиграли Mind Games россияне. Бомба, скорее всего, будет установлена. Арчи уходит на длину и не видит никого. 20 секунд до конца раунда. Land Dodgers должны понимать, что, скорее всего, это будет установка на точку А. Да, устремились. Устремились вдвоем они делать выбивание. Ну и посмотрим, как Латра вместе с Плазом задефит Бобу. Один будет заходить в сети, игрок. Защита другой. Через длину. Оп. Первый находит, это был Плаз. Находит второго, это Латра, Арчи. Таки добывает для своей команды такой нужный раунд. И волевой бай помог Land Dodgers'ам в первой половине на карте DDoS 2. Команда СР экономику пока что не теряет, но довольно неприятный удар. Ну, на первых местах. Вот это ник. Он аж свою ссылку на ВК добавил мне. Ребята, добавляемся к нему, этот пацан все готов принять, раз уж он так высвечивает свой ник, ну смотрим. Это Инсам, это классный парень, очень хорошо играет. Это классный парень Инсам, ну. Смотрим, по 90 я вижу, ребят, смотри. Два клаша, один фамос. Поджим. Ой, опен фраг. Поджим от РХХ, но тут же Латра дает хэдшот с Дигла. Измо, есть первый, бомкэри погибает, Егорка также не остается обездоленным. С по 90 и последний это Латра, которому делать нечего. Вот это был... делать нечего, ну... Это два... был супер поджим. Это был супер поджим от Латра, но который, к сожалению, не сработал. Игрок с P90 оказался намного сильнее. Что ж, нас ожидает первый оружейный, и у той и у другой команды есть необходимые девайсы. И, скорее всего, это выход в подлину, и команда СССР предпринимает интересную тактику. Они не атакуют сплитово. Они занимают определенные точки, с которых будут атаковать. Инсом пытается кого-то нашить в дым, там никого нет. Сидит неплохой смоук. Найдут ли игрока на рекламе? Скорее всего, один из пяти-то должен посмотреть. И Be Prepared, он же Destro, побегивает. Famous, еще один. И Бомб Керри погибает, Егорка! Также распрощался. Ну, он там дыму просто по-царски справился с Фамосом. Четверо против одного. Этот человек прятался все это время в яме. Ну, видел, как его тиммейты погибают. Теперь остался в вечности. Неприятное зрелище, я думаю. Видеть, как тиммейты погибают. И первый оружейный берет команда из Украины. Land Dodgers. Ну что же. Еще один экономический будет проводить СССР. Посмотрим, что из этого выйдет. Напомню, что команды играют по системе Best of 3. И, честно говоря, я не знаю, чей это пик. Чей пик даст 2. Да, непонятно, чей пик. Вроде бы команда Land Dodgers, если мне память не изменяет, но все же. Space находит первого игрока. Это был Егорка. Латра на размене будет. Красный Space, он отходит. И Изма с М4 находит Инсама, который не справился с стрельбой. Ну, посмотреть, у нас двое под медлом, один Дэйв стоит и чекает точку А, и ребята пока под парапетом пытаются определиться, куда им идти, ну... 2-4 ситуация, Спейс красный, Изма тоже красный. Ну, говорил же, нет. Дэйв расправился, есть красный Спейс, есть красный Изма. Но сам Дестро без армора. Абсолютно перестреливается с игроком, поджимающим с длины, это вроде как был Изма, да, это он. И с ножом на перестрелку парапет, но все-таки казнит с дигла. И будет установлена так, бомба, так. Тачдаун. И смотри, осталось два красных игрока. Вот сейчас может взять команда СР. Там свой. Один отвлекает, другой со спины стреляет. Такое дело можно реализовать. Ну понимаешь, там вот. Одной пульки хватит на одного, и возможно две на второго придется потратить. У Дестра очень хорошая позиция, бомба стоит на Парыч. В Парыча никто не заходит, все будут оба заходить будут с длины, с подъема. Ой-ой-ой, штрафной прокричал противник. Браво. Даблкил. Даже 4 килла у него. Квадро. Это убийств. Это квадро. Миллиардный раз это залетает из индустрии. Дестро. Как-никак, хорош с пистолетом оказался. С Desert Eagle троих выложил. Там ему
Фомас подобранный помог, и команда Лан Доджерс принимает решение играть в 2 АВП. Попадает ли Пласт? Да, попал по Спейзу прострелом. Так бы, если бы точно попал, то Спейз отправился бы смотреть этот раунд со стороны. Ребята, пока видно, что в темке определяются. Один нижний, один верхний. Бомба бегает на центре карты. Ну, Арч просто... не справился. Не справился с АВП, но, по крайней мере, узнал информацию, что один игрок есть в верхней тэшке. Команда СС, скорее всего, будет свою атаку строить от центра, от Парыча, возможно, от нижней темки. Кажется, халдят. Наверное, будут халдить где-то до 40 секунды. Может быть, и подольше. Непонятно. Ну, пока я слышу выстрелы, промахи. Фейс красный уже, ну, в начале раунда, собственно, его прострелили. И пока тишина. Пока тишина. Вот, по парапеду. Замерла парапеду, карта. По Парычу. В Парычу. Есть 4 игрока команды СССР. Дэйв будет с рекламы принимать. Ну все, слышали противника на пленте. Есть Дэйв, есть первый. Он встречает парапет. Да, Дестра. Подожгли плент. Убирают последнего защитника точки А, и команда Лан Доджерс стремится на выбивание как можно скорее. Болельщики команды СССР, не расстраивайтесь, болельщики команды Лан Доджерс. Тоже это только первая карта и только первый раунд. Инсам нашел еще одного. Пласт убивает игрока с никнеймом Арчи, и последний это Famous, он же Изма, уходит сейвить. Famous Изма, ну сидит в яме, ну что тут у него, он с ножом прям. Пацаны все резаться, как вы хотите. 4 в 1. А что с деньгами? У команды Land Dodgers, а их-то нет, их нет. 2400 у Арчи, 200 у Спейза, все остальные получат по 1900 дополнительных. Бомба взрывается. И счет становится 3-3. Скорее всего, экономический раунд в исполнении украинцев. Так, ребят, за ссылочки сразу банят в чате, поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны и старайтесь не флудить и не кидать ссылки в чат. Тем временем смотрим экономический, ну такой полуэкономический раунд у команды обороны. Эл Доджерс только одну М-ку имеет при себе для держания всех позиций. Я не знаю, как будут с ТЗ-шками отстреливаться. А кто знает? Помнишь экономический раунд? Помнишь экономический раунд у СССР? Где они взяли его благодаря стараниям Дестера? Вот сейчас то же самое может выйти. Вот она, М4. Та самая, на которую рассчитывает команда Land Dodgers. С чешки Арчи находит еще одного, и теперь СССР в трудной ситуации. У них выбили АКМ из рук. Выбили, по-моему, еще один АКМ. И у них ситуация 3-5. Калаш в руках, нормально, вот можно. И М4 в руках. Поэтому есть небольшое преимущество у Land Dodgers сейчас. Есть, на парапете перестрелка. Такая же сам... перестрелочка была. С длины. Находит игрока команды Land Dodgers. Убивает его, сам остается красный. 20% здоровья не так много. Арчи с сети, его флеш от Спарыча. Ложится хорошо молотов. Егорка. Да, горит. Просто Дэйв. Стоит обороняется и... Инсам. Вот, вот оно все преимущество. Растеряно было только что. Понимает Егор, что перед ним вот противники есть. Вот они сидят, готовы его расстрелять. Ну тут Инсам на хелпе, смотрит рампы через длину. Как он с парапеда выйдет, может штрафануть двоих. Может штрафануть. Может, Егор приходит. Догадывается. Опа. А там еще и... Пласт погиб, но тут Егорка на хелпе. Арч с АКМом. Не знает, что он длиннее... Нет, знает, что на длине есть один игрок. И просто задергали с двух сторон. И расправились с Арчи как смогли. Счет 4-3 в пользу СССР. Довольно неплохой. Форсбай от Land Dodgers. Вот не хватило в последнем моменте. 5-3 они не реализовали. Погибли втроем. Без размена. Ну, в общем, не очень удачно. Ну, это новый раунд, ребята располагаются втроем под ДЛом, мидл и парапет, ну, оставили, в общем-то, совсем, вдвоем по точке Б, Space, Yarch, ну, там, Intro, или Итро. Элатро. Элатро. Да, это Элатро. Настолько замудренный ник, что звездочка это какие-то символы имеет. Это А, вроде как, А. Это А, ребята, звездочка это А, цифра 4 тоже А. Да, еще много-много других букв тоже А. Ну пока только у одного игрока АВП в этой карте вообще есть. Это Пласт, и Пласт очень хороший снайпер, я тебе скажу. За его игрой мне доводилось следить. В той же самой Аматрике, и Пласт неплох. Ну пока, собственно, тишина на карте. Втроем ребята определились под парапедом. Ну, все, сейчас будут вырываться, убивать, делать первые фраги в этом раунде.
Лас, сможет ли сделать первый минус, заходя с Парыча? Феймус Изма. Должен догадываться, что в коробке уже никого нет. Атака вся пойдет через парапет и через центр. Лас! Прострелом находит Дэйва. Дэйв погибает. Инсом. Будет ли забирать поджимающего Изма? Ну, он прям в упоре стоит. Его должны начекать, кемпера. Егорка. Оп, нет, промах. Справится ли со стрельбой? Пока нет. Арчи находит голову. И бомбкерри погибает. Ситуация 4 в 3. Арчи ой-ой. Расправляется с еще одним. Это был снайпер команды USR. Лас. Арчи, трипл. Но он вышел сюда, сделал несколько фрагов, еще и на парапеде может видеть, но не получается. Но тут же Инсом дает размен, и Латра выигрывает этот раунд для своей команды. Счет 5-3. Трипл от игрока команды Land Dodgers им не помог. Ну и что? Остановили матч, ребята. Что тут может случилось? Паузу поставили, ЕСР. Спрашивают, ХП у Латра. А, все, ребята, это пауза ради того, чтобы узнать ХП, пацаны. Да, ну нет, вряд ли. Да я шучу, ну, непонятно из-за чего. Непонятно, возможно, что-то случилось с TeamSpeak'ом. Да, не пишет. Бывает такое, ребят, TeamSpeak обвалится, в КС-ке мы не этот. Не и анпауза. Анпауза, СР. Забирает, ну, точнее, пишет, извините. Поглядим, что предоставит Land Dodgers после 4 проигранных подряд раундов экономически. Чтобы на 10-м раунде задать жару российской команде. Так, ну что? Это будет сплит-пуш? Нет, нет, бомба остается под темкой, ну... Особо непонятно. Молотов, под парапедом. Молотов ложится от поджима с Б. Феймус, он же Изма. Что сегодня с автодиректором, он не показывает красивые фраги, но вот поджим в Парыч показывает. Извините, не Парыч, в Т-шку. Так, видно, ребята, пошли на А. Там же будут двое оборонять, Дэйв и Фэмоус Изма. Изма с Дезерт Иглом. Вблизи тяжело ему что-то горит. Но тут же ставит хедшот и погибает. Егорка очень аккуратно выходил через сети. Бомбкерри погибает и Латра. Посмотри, экономический раунд в ответ. Берет команда Land Dodgers, забирая АКМы. Конечно, экономику СССР сильно затронул этот раунд. Денег они не успели поднакопить для того, чтобы их было достаточное количество. И теперь уже россияне будут проводить эко. Ну, ребята, друг друга обрезают иногда даже. Бывает. Знаешь, как, например, где появишься, на какой точке респы, туда же и бежишь, на точке Б, если ближе, то можешь заражить быстрее. Да, здесь тайминги и респауны все решают на карте DDoS 2. Ты знаешь, я заметил интересную, крайне интересную особенность у команды Land Dodgers. Это хороший пистолет. Это хороший пистолет. Хороший Значит, пистолет. Калаши и эмки, Дэйв с кемпой. А зачем? Desert Eagle, 5-7, все. Смотри, ребята, королесит по карте через мидл, через нижний дом повышается. Погибает. А вот Спейтс, ну они поджать хотели, да? Все-таки сели на друг друга, сделали пару минусов. В этом раунде есть... Куча минусов с оборонительной стороны, ну 2 в 5 теперь. Осталось только гонять тех, кто выжил. Дефенс. Пачку ставит, ну тут на размене. Последний Дэйв. Егор, его просто суспал могут забрать. Что и делает Дэйв? 5-5, ребят. Ну временно ничья по раундам, да. По раундам и... ничья, да. И команде СССР не хватает на полноценный бай. Галил. 4 АКМа. Класс. Класс, хороший снайпер, но вот с девайсами для обычных игроков, вот он справляется как-то не очень, судя по предыдущим матчам. Но занимает он свою любимую снайперскую позицию, простреливая центр, с Галила, нашивая в дым, там ничего нет. Пока 4, ну, а которых 7-х вместе с Галилом, куда они собираются пойти, они опять... Около мидлам распределяются, теперь чекают уже мидл, но особо, чтобы таких больше инцидентов не было. У Латра проблемы. У Латра проблемы. Дело в том, что стан с пола его смотрит Дэйв, который вряд ли его отпустит, если тот не раскинется гранатами. А если раскинется, то потеряет такие нужные для него, для его команды припасы. Все, под флешкой Егор выпрыгивает на рез, также получает починку от Спейза, выходит мидл. Игрок команды атаки есть. Минус спин, но не дожимай! Дэйв! Да, он уже сидел, чекал. Все, он на приеме был. Двое против четырех. Проблема в том, что бомба упала в центре. Арчи дает минус, и Дэйв
справиться, справился. 6-5 в пользу команды Лан Доджерс, становится счет. И... Они прям нога в ногу бегут. Команда прям 6-5, 6-6. Команды, потому что очень равны, я бы сказал. Не понимаю, почему такой низкий коэффициент на Лан Доджерс, на CSGO Lounge. Не знаю, но вот команда СР сейчас будет проводить экономически, а мы помним один из предыдущих, где Дестер развалил троих и просто сделал, считай, раунду, серию из раундов для своей команды. Инсам, естественно, молотов не пойдет, тут же смоук, который его гасит. Точку Б абсолютно отдает команда Land Dodgers, Space по джиме, Парыч будет поджимать. Видит бомбкерри, бомба падает, и три игрока на длине оказались в невыгодной ситуации. Дэйв. И все, бомба. Не увидел. Но обороны. Осталось только подойти забрать. Но... Кого? Кого забрать? Бомбу или оставшихся игроков команды СССР? Бомбу. Бомбу нужно забрать для начала, а потом уже людей. Было бы неплохо. Было бы неплохо, но последний это Инсам, которому явно будет не сладко. Спейс слышит. Слышит Инсама. Выбирает его P250. И счет становится 7-5. Еще один. Бай будет у команды СССР. Полный, хороший. Проиграли они серию из четырех. Проигрывают пятый и ставят бомбу. То в следующем будет еще один оружейный. Ну а там уже Land Dodgers, возможно, не справится с Кэмби. Однако очень много зависит от этого конкретного раунда. Команда Land Dodgers успела кое-что поднакопить. 12-500, 11-250, 6-2, 2-4 и 9 у Спейза. Нормально. Качелька у нас снова пока классика. Что. Классика от СССР. Заходить вот. Через центр, да? Ну, они как, стоят на центре, чекают, что где там под Б, под верхней темкой сидит один человек. Но команда Land Dodgers... Если что, через мидл на Б можно заходить. Команда Land Dodgers зачастую не упускает центр карты. Оставляет там одного-двух игроков. Один с сети, один смотрит через ворота. Егорка погибнет ли от ха-ха-ха-ха-ха? Нет, не погибает. Ребят, давайте не флудить в чате, а то сейчас получите слоу-мод или вообще саб, чего бы вам не хотелось. Так, ну один... Что на карте? 4 в 5, двое грейлиных, Space, Arch, ну тут побегали, пострелялись, получили немного дамага. На карту посмотрим, двое, ну один на медле, один на парапеде, на нижней темке тоже есть тиммейт на хелпу, ну в общем-то я не понимаю, или они по табу так идти, или... Ну выходит в мидл, вот уже есть... Дестра. Дает первый минус. На точке Б только один игрок. Дэйв! Ну он прям блин, стрелял и... Не ожидали. Не ожидали игрока защиты увидеть выходящего с сети. Последний латер будет заходить через верхнюю темку. Спейс, я думаю, справится с ним. Если посадит на нож, это будет что-то. Но решает не рисковать. И ставит хедшот с М4. Счет становится 8-5. Команда СР бомбу не ставила, но по 3-400 дополнительно не будет у команды. Сделают ли в этом бай или на последний раунд будут выходить? Я думаю, на последний раунд они будут выходить, чтобы сделать счет наподобие 9-6. Хотя, если зацепиться за эти пистолеты, то можно неплохо разыграть на счет 8-7. Однако будет сложно. Даст 2, насколько я помню, пик команды Land Dodgers, а ножи выиграли тоже они. Ну пока тишина начинается у нас в темке, Space как раз на нижней, и будет чекать все это дело. Ну, четверо определяются под ДЛом, под... Точка хорошая ХАЕ, очень хорошая ХАЕ, и ребята делали бай в этом раунде все же. Они решили идти с АКМами, но без... И посмотри на темку, посмотри, вот что творится. Дестер просто не посмотрел. Ну, вот в этих микромоментах, в этих микромоментах вся команда СССР. Вот не посмотрели на точку, и все, уже есть минус 2. Не проблема. Тут с калашом пошел на аркаду Спейс, ну тут не смог совладать с отдачей, конечно, Егор его штрафует. Ситуация 2 в 4, Инсейм располовиненный, Егор тоже не фуловый. И принимать их будет Арчи с АВП, который тут же отлетает. Идет смок на сети, нет, это был флэш. Бомба есть, но есть также АВП у Дэйва. Ложится смок, Егора находит в дым, это был Феймус, он же Изма. И Инсам будет принимать игроков, выходящих через дым. Но они не собираются выходить, они как только услышат, что бомба поднялась, все. Они просто прыгают, смотрят. Там вроде не видно ничего. Видно, видно, и ворота видно, и... А бомба-то упала. Дым прошел, дым прошел. Ну, бомба тут давно валяется, почему он сюда и пришел? Оп. Вот минус! Ай-яй-яй! Не смог, не справился. 9-5 счет. Интересно, интересно.
Ну, я думаю, что он первая оборона забирает. Ну, так, а как еще надо? СР это не команда уровня Аматов. Они уже в про-серию попали. Как бы... Они уже выиграли, да? Финалы так... идут, а они уже выиграли. Как бы, вы понимаете, мы сейчас смотрим про-серию, на самом деле. Потому что эти ребята уже в следующем году, ну, точнее, в следующем сезоне будут выступать именно там. А кто знает, кто-то из них, возможно, и в Стар-серию потом попадет. Та же, например, команда СР или те же Ландоджерсы. Ну, хорошая хае! Смотри, ФМО Сизма. У него скорострел в руках. Да там только все. Только стрельнет, а сразу информация будет по противникам. Это похоронный. Это... М-коронный. Скар похоронный, потому что против Скара очень мало приемов. Очень мало приемов. Ну, флешка выбегает. Только хорошая АВП. Только хорошая АВП. А, так. Ну, это королевская только что дымка сейчас была. Он решил убежать. Я бы сказал царский. Царский. Не, он специально так сделал. Он сейчас прыгнет, да, залезет. Тем временем прострелы будут идти до сих пор. Он не понимает. А тут в дыму, кстати, сидит. Мистер пулеметная очередь, ха-ха-ха. Смотри, вот все, вот, закинул. Это не заходит, Инсам. Надо идти в агрессии. Инсам против Дэйва. У Дэйва АВП не по шансам. Для игрока команды СССР. Ну вот, с парапета штрафанул у нас Арчи, который со скорострелкой. Нет, не он. Ух ты, Дестро! Делай ситуацию 2 в 2 и терпимо. Феймос... Спайс Севеном Дэйл принимает также с парапета, теперь будет выходить и закрывать. Вот это да, команда СССР собралась и с ситуации 2 в 5 делала ситуацию 1 в 2. Но посмотри, что есть у Феймуса. Он прострелом прям чекает его. Бомб Керри погибает, бомба падает вниз, на сети нет. Нет, не падает, под флеш. Ну, Доталова начал прострелять. 9 секунд, нужно ставить бомбу. Пойдет на длину, один. С длины легче выбивать. Он это прекрасно понимает. Будет еще один флеш, есть диффуза, поэтому может как можно дольше разыгрывать. 35 секунд будет пикать бомба. У Инсама проблемы могут наметиться в один определенный момент. Пытается прострелить за ящиками, там никого нет. Между прочим, Феймус уже сделал минус 3 в этом раунде. Молотов по таймингу сейчас будет хороший, но нет, нету смока у Феймуса. Все, горит, горит. Изма, ну тут замахивается, нужно брать девайс. А, ну этот... Это последний раунд. Даже не последний заметил. Раунд. Последний раунд. Ну что ж, дорогие друзья, ждем вторую половину, а пока что реклама нашего любимого CSGO. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернулись. Одна из команд не готова, я не берусь сказать, кто это был. Это была команда USR. Они решили устроить определенный тимток. Ну и давайте пока я вам расскажу о нашем очень интересном конкурсе. Друзья, с вашей помощью мы надеемся поднять уровень аматорской CSGO. И турниры по типу Invite Cup, которые пройдут сегодня вечером, будут проводиться постоянно. Мы их будем транслировать на наши каналы StarLadder с 11 по 14. Но для вас самый сок заключается в том, что для всех тех, кто будет смотреть Invite Cup сегодня вечером на Твиче, мы благодаря нашему глобальному партнеру, международной торговой площадке GTA.com, разыграем на каждом канале трансляции Invite Cup по одной гифт-карте номиналом на 5 евро на сайте GTA.com. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает. Розыгрыш гифт-карт пройдет среди наших зрителей на Твиче во время трансляции матчей Invite Cup, который состоится уже сегодня вечером. Не забывайте смотреть и выигрывайте призы. Не готова команда Land Dodgers, ну и давайте сразу еще одно объявление могу сделать. Дорогие друзья, не забывайте заходить нашу страничку ВКонтакте KSSLTV. Там вы можете найти конкурс на АК-47 Redline. Для того, чтобы в этом конкурсе победить, вам нужно подписаться на наш YouTube-канал AMSLTV. А все дополнительные подробности вы уже узнаете непосредственно у нас на странице ВКонтакте. Напоминаю, vk.com/KSSLTV. Ну что ж, ждем, когда команды напишут рейди. Возможно, что-то случилось у одной из команд. Вполне вероятно. Рэдди пишет команда USR. Ну и, конечно же, Рэдди сейчас должен написать Ландоуд. Потому что они были готовы еще где-то минуту назад. И Рэдди следует от украинской команды. Матч продолжается через 6 секунд. Напоминаю, что первая половина завершилась со счетом 9-6 в пользу украинского коллектива. Вторая пистолетка на карте DDoS 2.
кто ее выиграет, он, скорее всего, будет иметь преимущество при наборе раундов во второй половине. Если это будет Лан Доджерс, то счет приблизительно может стать 11-6 или 12-6. Если это будет USR, то до счета 9-9 они могут сравнять. Ну, это да. Поглядим. Ну, посмотри, что они делают. Кто-то заходит в темку, вчетвером забегает на нижнюю, остается один спейс, но чекать спину своих тиммейтов. И там подсадка сейчас должна развалиться на центре. Арчи, минус 2, 2 хедшота, замечательных спейс, еще один. Разваливается команда СР на кусочком, но бомкерри падает, последний Латра. У него есть армор первый, тоже, можно сказать, о команде Лан Доджерс. Об их двух оставшихся игроках ситуация 1 в 1. И... 6 хп. 6% здоровья, и Изма ставит. Хороший хедшот. Приятный такой, здоровый хедшот. Латер пытался протащить, но вот чуть-чуть не хватило. Совсем какой-то капельки. Счет 10-6, форсированный бай от команды СР. Будут пытаться зацепиться за карту Dust2. Я напомню, что будет еще вторая. А при необходимости третья, что творит Класс. Что творит Егорка и... Ну, эти ребята, все, на скеле гранатка, ваншот, в голову, теперь 3-5. Вот это да. Это просто только разрыв. Начало раунда. Неожиданно. Мы решили пройти, продавить парапет. Там же будет на медле у нас ничего не знающий игрок. Арч. Арчи. О, на троих. Что творит? Да, все, на троих. Это очень глупо выходить, даже если у них там форсированный бай и нет нужных девайсов. Ситуация 2 в 5, и команда Land Dodgers должна задуматься о своем нападении, потому что так играть нельзя. Просто ходят по одному, сливаются. Оп. За коробкой ну один они... игрок. Класс! Они на точку А идут, значит, они хотели все туда подойти, а он один просто побежал впервые всех. Ты знаешь, это на моей памяти первый случай, когда я вижу, что форсированный бай выигрывается 5 в 0. Ни одного не потеряли СССР, подобрали все нужные девайсы, 2 АКМа. МП7 у Егорки, и сейчас экономически уже будет проводить Лан Доджерсы. Ну что ж, они все прям пачкой побежали под верхнюю темку. Сейчас будет сплит пуш на точке Б. Ну да, под флешками, под инком. Инсом, есть первый, есть второй, есть третий. Ему же помогает Дестра и Сдигла. Спаси своего тиммейта. Ну, спас. Это новое развлечение от команды СССР. Спаси своего тиммейта. Ну он вообще смотрит, как его убивают, там... Всё, ну там 2-3 хп остается, девайс там потеряет. Дезерт Игл разобрался. Нормально всё, не переживай. Там доля 2 секунды, там человек перед ним противник стоит, он думает, что с ним сделать. Зарезать? Или вписать хедшот? Спейс! Опа! Ой, Егор-то не подрасчитал тайминг, и его тут зажали. Перетягивается большая часть команды СР под ДЛ. Три игрока на точке А. Молотов догорает, и команде Лан Доджерс уже ничего не мешает выходить, кроме снайпера команды USR Plaza. И Латра в дыму. Есть первый. Есть второй, есть третий. Он ничего не видит. 2 в 3 ситуация, АКМы будут подобраны. И там... Ну-ка, Дэйв. С рампов заходит инсам в спину. Бомкари падает. И Plaza ставит точку. Парапеда так беспалевно штрафанул. Ну как бесфалевно. Но он вроде отвлекается на двух противников, которые с медла выходят, ну прям в количестве. И тут, конечно, с парапеда. Оп, пацаны, нет, это мой. Счет 10-9, сейчас решается, кто будет вести у нас в этой второй половине, а кто будет догоняющий. Потому что если это будет Лан Доджерс, то экономика СССР сильно страдает, и только накопление Латры и Инсама могут спасти команду. Если выигрывают USSR, то теряют экономику украинцы. И, скорее всего, там будет что-то наподобие 11-10 в пользу СССР. Раунд ну, за 2, я бы сказал. Смотри, Егор, ну, я думаю, он побежал вроде поджимать, но нет. Просто спинкой ты стоял, послушал. Я думаю, там поджимчики со спины, минуса там полетят. Нет, нет, Егорка ждет и чекает спину. Кстати, сейчас через мидл будет выход. Пошел флеш на сети. В блайнде оказывается два игрока. Хороший молотов залетает, но слишком поздно. Да, если поздно. Бы он простреливал, было бы опа! Отлично. Дэйв ставит неплохой минус по Латра. Есть размены, 3 в 3 ситуация. Спейс забирает последнего защитника точки Б. И теперь пойдут на выбивание ребята с двух сторон. Это СР.
красный Дейв, ему, в принципе, хватит одной хае, чтобы наесться. Ну и Пласт смотрит окно. Опасается и отходит. Это сейф. Команда СР в последний момент решили, что рисковать они не будут. И решили засейвить девайс. В принципе, еще один оружейный они смогут провести. Благодаря спасенным М4, дифузам, арморам. Все, ребята убегают, сейвят свои девайсы. Я призываю не расстраиваться болельщиков одной из команд после поражения, допустим, на первой карте. Это же Best of 3. И это пик команды Land Dodgers. Опа. Неплохо подрезал. Это предательство. Мясник. Это предательство. За такое наказывают в голову. Может, он его зафлешил? Что ты не зафлешил? Давай что посмотрим на табуляцию. Вот у команды СР сильно выделяется Егор. Он сегодня не свой. Потому что в предыдущих групповых стадиях Егор всегда давал хорошие минусы, а имел неплохо. А тут просто аннигиляция. И Тим Килл. Тим Килл. Да, это предательство, ребята. Будут резать, будут убивать в следующем раунде. Ну, тут решили выйти через мидл. Скандалы, интрига, расследование от команды Land Dodgers. Кто-то кого-то режет, кто-то кого-то убивает и... Да, ну там скилл, наверное, он его резал. Ну, вряд ли. Я думаю... 3 в 3 пока что. Намеренно никто бы никого не стал убивать. Точка Б свободна, Пласт под ней перетягивается, но он красный как черт. Куда это будет выход? Я ты думаю, представляешь, что... представляешь, когда вот фанаты, ну, или те, кто постоянно эту команду, и видно, как этот тиммейт убивает своего тиммейта. Это печалька. Это прям такой нерв на голове вылазит, большущий. Кто-то может даже посидеть после этого. Зависит от того, сколько вы поставили. Чем больше ставка, тем больше нерв. Да. Один из самых непредсказуемых матчей параллельно играют. Поджим со спины на парапете, ну-ка. Ой-ой-ой, есть, есть первый. Инсам, ставится бомба, последний спейс. Спейс горит как может. Ну тут поджигает его, все, сгорает. Даже сгорает. Инсам делает минус 3, но... Боится. Не потерял ни 1%. Да. Ни 1% не потерял своего здоровья. И счет становится 11-10. Команда Land Dodgers теряет экономику окончательно. Скорее всего, будет экономически сейчас проводить украинцы. Так на нет, это волевуха. Это будет... ребята, все, до конца. Да, решили на характере просто вытащить Бег украинцы. 9, 2 калаша, 2 глока, все нужно, чтобы затащить этот раунд. 2 Tech-9, 1 P250 и Пласт, ну, калаш, который есть, не щадит никого. Да, АКМ ну, просто Дэйв, выбили. Ну, боится подбирать его. То естественно, там же супер снайпер Пласт. Упорит геймпер, сейчас погибнет, ну, тут прям Space Tech 9. Но тут же Дестра. Дестра пытается прострелить одного, простреливает ну, сразу же... троих. Вот это три хэдшота. Ну, он вышел на мидл, там штрафанул троих, ну ребята просто потерялись. Так кто тут не потерялся? Дэйв без армора последний, с трех сторон его зажимают, бедняжка. Ну, Егора сегодня абсолютно не идет игра, это видно. Пытаются найти Дэйва, Дэйву надо уходить. Ну, вот он решает идти ну, до конца. Ну, тут все, мне кажется, вся команда погибла у них. Они все через мидл выходили, там... Единственный, кто остался лежать недалеко от Т-спауна, это... Famous Isma, он там погиб в самом начале. Еще один волевой делают Land Dodgers'ы. Вот теперь только уже 3 АКМ'а, а... Те, у кого были калашниковые в прошлом раунде, сейчас будут с пистолетами гонять. Все наоборот. Да, то есть решили поменяться. Если у вас не зашло с калашами, то давайте сейчас мы попробуем. Ну они снова мидл, снова на втроем стоят. Изма чекает, у парапет, выход. Спейс на верхней темке, в дыму, если что, в спину кого-то там, кто будет выходить, заберет. Три в центре игрока команды Land Dodgers. Неизвестно, куда они пойдут. Есть один игрок в верхней тэшке. Его чекает Инсам, у которого М4. Оп, чеки. Знает, что один игрок есть в верхней тэшке, тут же идет перетяжка от Дестра, он уже стоит на точке Б. А вот это специально так сделали, кстати. Да, скорее всего. Есть в центре два игрока, один из них Латра. Латра в блайнде убивает одного игрока. Феймос ставит невероятный хэдшот по Дестра. Ой, на приеме! 3 в 3 ситуация, два игрока на А. Один будет проходить через длину, другой пойдет напрямую, и последний игрок на танцполе. Это Инсом, который сражается как лев. Есть второй. Будет ли третий? Настоящий лев, пистолет в руки, ну Арч разменивает. Арч один против двоих, даже успеет. В полу. Он релли на 41 хп. Успеет, три Арч. Три патрона в калаше, перезарядись! Да, бесполезно.
Да что такое? Он тебя не слышит. Он тебя просто не слышит. Ну я смотрю на его патроны и просто в шоке, когда он против двоих остается. Да, кто-то после 5 выстрелов перезаряжается, а кто-то после 27. Уверен в своих силах. Но я думаю, что он рассчитывал потратить на каждого по одному, а последним, не знаю, выстрелить в какую-нибудь бочку. Что ж, это у нас первая карта, напоминаю, DDoS 2 пик команды LAN Dodgers, по которой пока что SR берут. 12-11. SR реабилитировались после первой половины, провальный 9-6, а подрезал своего опять. Эймус, ребята, снова, смотри, сейчас опять Тёмочка, потом Мидл, нет? Вот нет, что-то похоже, что-то похоже на то, что ты сказал. Пласс уже вблизи, уже поджимает. Сейчас может поплатиться за свою излишнюю наглость и дерзость. Да, это мидл, ребята. Ребята, это ТЭК-9, это мидл, снова выход. Пошел выход. Хед кемпера. Размен, опа, пласс собирает. Стрейф. Смотри, тем временем по парапеду проходят террористы, есть. Латра. Контакт, минуса от Дэйва, ну стоит как раз. 3 в 3 ситуация, Латра ставит ему хедшот, забирает его Дэйв со спины. АВП есть у Дэйва. Кстати, АВП у Дэйва, это не первый раз, когда я такое вижу. Подбирают девайсы. Идет. Ну да, ребята, все. Флэш с длины. Ну, все да не все. Я-то думал, все, ребята, слили. Егорка, красный. А самододели? Красный арч. Два красных игрока. Изма погибает от красного Егора. Не добили. В общем, в последний момент Егор активизировался. И после провальной до этого игры таки справился со стрельбой. Он промахивался. Там человек промахивался. Он, то есть, вдвоем остались против троих. Он пока на парапеде стрелял, стрелял. Там его тиммейта покромсали. Он потел. Он его добил. Он потел. Не стоит его осуждать. Быстрее бы убил, то можно было бы все изменить. Я прям смотрел за его диглом, я вижу, что его тиммейт живой, но его кромсает. А ты помнишь, что это был экономический от LAN Dodgers? Нет, я не помню, но там ты 9 видел. Там были тыкалки. Там были одни тыкалки и... LAN Dodgers. Коварный план у них, наверное, есть, созрел, пласс отходит. С поджима длины, взлетает неплохая хае, минус 12% всего лишь. Мог бы побольше. Еще одна хае, еще дамажит плаза, ну там вообще крохи. Дэйв, найдет ли в центре игрока? Ну пошли флешки на мид, как раз чекает тех, кто будет подсаживаться, но никого не видит у нас арч. Команда USR занимает длину, и именно с нее, скорее всего, будет строиться выбивание. Ну пока тишина, ребята, под парапедом. Все в пятером, кстати, они встали. Ну, плаз... Егор, ну под ДЛом стоят, то, собственно, ребята будут уже под флешками забегать под точку А. Класс, есть. Ой, первый ой, минус, это был ну, бомб-керри. Это был бомб-керри, да, бомбы спалили. Да. С гуся еще один, Латра, ситуация 2 в 4, ну, Дэйв. Ну он там все такое беспалено настреливает, пока противники отвлекаются на неожиданных врагов. Вот летает неплохой 3-2. Молотов и Дэйв последний. Есть первый. Дэйв подожжется. В огонь-то он не побежит, но тут инсам с неожиданной все, позиции. Хитростью. Неожиданной позиции убивает своего противника. Что становится 14-11? Матчпоинты, ну что ж. Нет, еще нет пока матчпоинтов. Матчпоинты будут, когда будет 15. Я говорю, матчпоинты. А какие матчпоинты? Еще пока никто 15 не достиг. Опа, не попал, нет, попал, инсом минус 50, попал, наверное, в ногу прострелом, но неприятно должно быть. Егор откинул хае и догадался, что, скорее всего, будет выход в центр, нашивают дым там. Просто дым изрешетили, как только смогли. Ну, пока ребята нахалдили под ДЛ, вдвоем убежали под мид, ну, в общем-то, арч, спейс с бомбой. Под Б пойдут? Дэйв, что Дэйв делает? Ну, не же. Знаю, не знаю, что а делает Дэйв. А Дэйв смотрит, смотрит Дэйв. А, он смотрит Титаник, он Титаник смотрит, чтобы не пожали с верхней тэшки. Сплитово атакуют LAN Dodgers, и я думаю, а что если этот выход на Б будет? Скорее всего, ну. Хотя ребята уже, конечно, с команды USSR поняли это. Двое мид, двое парапет, теперь осталось только поджать все это дело. Один на Б всего лишь. Поэтому если сейчас центр закрывать и сети с помощью смока, то нет, нет, бомба на длинный отправляется. К
команда USRC в таких полупозициях. Плас пытается нашить дым. Подгорает Феймус. Ну, тут в прыжке пытается начекать противников на парапете, но отходит его тиммейт и бросает на перестрелку. Тут, кстати, вроде бы попал. Понимаешь, бомба установлена была тогда, когда никто еще не погиб. Сейчас ситуация 3 в 3. Ну, тут все дело. Два Спарыча, один с Рампо будет выходить. Ситуация 1 Дейв. Ну что ж. У него 4 хп против двоих. Бомба стоит не под ДЛ, он вообще за ящиком стоит. Оп, да. Просто можно минировать. Ну и Егор будет смотреть. Хочет пострелять. Пострелял. Да, можно и АВП забрать. Пойдет ли за АВП? Скорее всего, да. Или нет? Нет. Тут долго бежать. А вот он АВП. Вот халява, пацаны, нашел. Могли бы в 2 АВП, в принципе, сыграть в обороне, это не так страшно. И у команды Ландоджер сейчас начинается самый пот. Они проиграли 3-6, 6 подряд, и 3 до этого. Проблемки смотри, у границы. Смотри, одни минирования. Да, то есть бомба частенько ставилась, и сейчас даже был тачдаун без единого минуса. Ну все, флешки пошли, дымки, о-о-о, гранаты. Плас. Получает в голову неплохой. Неплохой выстрел. Естественно, погибает. Ой, своего накоцал Спейс. Настрелял. Случается и такое. Ребята пока пытаются каким-то выстрелом не сделать минуса. Егор как раз с ямы минусанул противника нам. Команде Land Dodgers больше нельзя проигрывать. Надо сбивать экономику россиянам. Ну и поглядим. Кажется, СССР смотрится довольно симпатично, но вот именно Land Dodgers вышли в предыдущей групповой стадии с первого места. А СССР заняли только второе. Будет выбивание 4 в 4. Инсам пытается кого-то найти, но у него ничего не получается. Арчи со спины заходит к Егору. И должны уходить на сейв, скорее всего, Дестер и компания. Вместе с Латтера. Да-да-да, убегают. Спейс их преследует. Уходит в Т-шку. Ну и там все. Раунд за командой Ландоджер. Что с деньгами? А денег не так много, ты погляди. А там и 13-15 может быть в теории. Ну а ВП засейвлен и засейвлен на КМ. Будет 1400 у Плаза. Ему отдают АВП, так как он снайпер команды. Из последних сил закупается СССР. Если проиграют еще и это, то там проблемы. А у нас GoTV не лагал еще? Нет. Нет, ну тогда хорошо. Тут у нас комментарии на GoTV залетают. Да. Тоже, ребята, втроем по медлу пошли, пошли аркадить, пошли стреляться. Тут посадочки на парапет мы видим на экране. Тоже, ну, тут на приеме Егор. Егор должен, кстати, делать пару минусов сразу же. А у него Фамос. Где его ВП? Да тут можно даже с Фамосом, в принципе, делать Плас. Вот он, минуса. Ну, Плас погибает. Лице. Да, в блайнде был флешка. Игрок. По троим залетела флешка. Егорка дает еще один минус. Егор, ты на что надеялся вообще? С тремя патронами на два хедшота. А смотри, подгорел, очень сильно подгорел Феймус Изма. И это счет 15-13 и экономический СССР. 15-14, я предсказываю, счет вот-вот состоится. У Латра по 90, с ним, конечно, выбивание идти не очень. Ну, Спейза горит, эйс. Посмотри на него. Сделал минус 4, и команда СССР просит тайм-аут. Вот тут-то начнутся проблемы у СССР. Они должны проводить экономический раунд. Анпаузу пишет СССР. Пауза, в самый нужный момент, ребята. Нет, они пишут анпаузу, они отказываются от какой-либо какого-либо тайм-аута и решают, что все у них нормально. Экономически. 13-15. Экономически. А там СССР просто может денег в конце не хватить. Три, хотя нет, будет прибавка на 2400, да? Ну, плюс 2500. Ну, вроде нормально, но жиденько. На АВП там вряд ли хватит. Пистолетом Плас выходит, ну тут никого нет. Он может со спины, кстати, зачекать, если сейчас пойдет аркадить. Да, там Феймос, он стоит, смотрит. Ой-ой-ой. А ты прям... ты видел, что Плас топал? То есть он не на шифте шел, довольно быстро. Ну так он и собирался делать. Взял пистолет, пошел рашить. Опа, Егорка в блайнде не оказался, сделал минус. И ИП-90 выходит и дает жару. Два в два ситуация. Инсам! А вы посмотрите. Остался последний Феймос, а АВП есть у команды СССР и... Ну это в первой карте GG для... Ландоджерс пишет GG, ну ты знаешь, как бы я бы на их месте поверил. Тиммейта!
Ой-ой-ой, 1-1, ну ребята, это хотя бы... Это слишком рано написали GG, игроки команды Ладожерс. Пацаны расстроились. А, они не поверили, в своего собственного игрока почему-то. И тут такой фейф. Бомба ставится. Инсом сети. Ну-ка, браво! Есть минус, минус 4. Минус 4 за раунд и минус 3 в важном клатче. GG отменяется. Вот это просто какое-то безумие. Пласт покупает АВП с первым армором. Все берут первый армор для того, чтобы были хоть какие-то гранаты. У СР, ну, сейчас должен быть такой моральный подъем у команды LAN Dodgers, потому что такой клатч важный брал для своей команды игрок. Это был Famous Ismo, который... Всё, GoTV. Подлагнул. GoTV. Я пошли задержались. Не лагай, пожалуйста. Я хочу интригу. И тут всё, немного подлагивания пошли и все остальное. Что ж, неплохая пока... хая залетает, еще одна, но там Дестро не сильно не волнует. Спейс, теряя четверть своего здоровья. А тишина, ну есть под парапетом один, кстати, смотри, он дыму себе, Арчи. Не видит его Арчи. Арчи не видит. Опа! Есть опенфраг. Есть от Плаза минус. Арчи, он по голове. Найдет ли Латра, дым рассеивается. Он хотел оружие менять, слышишь? Ну типа, слышно. Уже его знает. Тут уже Егорка на помощи. Есть нет, первый. Как так-то? Егор дает минус. 4 в 3 ситуация. 3 в 3. Дэйв дает минус АВП. Бомб Кэрри погибает от Плаза. Плаз готов брать 16-14 и заканчивать. Ты вдвоем туда целится. Саша настолько боятся. Ты знаешь, после ситуации 3 в 1, которую не взяли СССР, то печально все. Печально. Спейс будет ставить бомбу. Я должен слышать. Оп. Плаза нашивает. Хорошая хае. О, а посмотри, бомба не ставится. Ну да, Дэйв стоит и чекает скимпы. Ну если сейчас не. Скорее всего, GG на первой карте. Опа, первый есть. Тут Плаз. У него два уже минуса. Плаз более опытный снайпер. В этом плане 11%. Пошла минус от Плаза, ну это. 16-14. Поздравляем команду СССР с победой на первой карте. Ну и что же, ждем следующих. Ждем следующей. И пока что небольшая музыкальная пауза. Буквально 5 минут требуется команду, чтобы перейти. Это будет Дэкэш.